Спортсмены ЦСКА внесли огромный вклад в победу нашей сборной на Олимпиаде в Сочи. Среди героев игр фигуристы Аделина Сотникова и Максим Траньков. С олимпийскими чемпионами встретился первый заместитель министра обороны Аркадий Бахин. Аделина Сотникова, а это наш герой. Вами гордится страна, гордятся вооруженные силы, гордится ЦСКА. И вы прославили действительно не только России, но и Центральный спортивный клуб армии, и в целом вооруженные силы. Поэтому позвольте, я сразу приступлю к хорошему поручению министра обороны, выполняя его волю, именно приступить к тому награждению, которое для чего мы собрались с вами. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на 22-х Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи наградить медалью за укрепление боевого содружества Транькова Максима Леонидовича. Это целая проблема. Тем более у тебя такой прекрасный ролик. У меня тоже есть такой. Сотникову Аделину Дмитриевну, спортсмена-инструктора спортивной команды по фигурному катанию Центрального спортивного клуба армии. Вы приятно, что приятно, да? Ну и самое главное. Это перечет орден. Орден соответствует указу президента, а это министра обороны. Спасибо большое. Сейчас тебе удачи. Спасибо большое Министерству обороны, спасибо большое ЦСКА, спасибо моему тренеру Водорезову Леониду Германовне за все. Сборная России за такую поддержку, публике. Просто спасибо огромное за такую огромную поддержку. Это олимпийские чемпионы и настоящие герои России и вооруженных сил. Вот это звездочка.